Киану Ривз. Трудности формируют личность. Разрушение иногда означает возрождение. Если спрятаться от трудностей, то человек ничего не достигнет в этой жизни. Человеком, который удерживал меня от моего счастья, был я сам. Иногда враги – наши лучшие учителя. Любить и быть в отношениях – абсолютно разные вещи. Такое простое действие, как уделение внимания, может вас далеко привести.